M1 Global presents. Встречайте, Геворг Чарча! Спортсмен в красном горыче представляет Российскую Федерацию Московский клуб Fight or Die. Приветствуйте, Абукар Янджи! Уважаемые господа, представляю вашему вниманию спортсменов. Спортсмен в синем углу рейджа из Армении. Ему 28 лет. Вес 80,3 килограмма. Рост 170 сантиметров. Профессиональный рекорд. Один бой, одна победа. Мастер спорта по вольной борьбе. Кандидат мастера спорта по тхэквондо. Геворг Чарчхян, Армения. Спортсмен в красном углу. Представляет Российскую Федерацию. Ему 28 лет. Вес 83,9 килограмма. Рост 174 сантиметра. Профессиональный рекорд. Два боя, две победы. Мастер спорта по дзюдо. Победитель Кубка мира по дзюдо. Абукар Янджиев, Россия! Рефери в ринге Виктор Корнеев, Санкт-Петербург, Россия. Бойцы на середину. Парни, слушай внимательно, работаем. Три раунда по 5 минут. Еще раз напоминаю правила. Головой не бьем, по затылку, позвоночнику не бьем. Локтем бьем только в корпус и по ногам. В партере коленями и ногами только по корпусу и по ногам.
Канаты, шорты, перчатки не хватаем. Слушай меня на протяжении всего боя. Пожали руки. Расшись по углам. Судья готов? Джедж? Судья готов? Валентин, Валерий Валентинович. Время. Готов, боец? Готов, боец? Первый раунд, бой! Победу одержал спортсмен из России Абукар Янджиев, клуб Fight or Die, Москва. Наши поздравления, наши приветствия и одному из самых главных поклонников Абукара, главе Республики Ингушетия, нашему замечательному другу, почетному гостю турнира, герою России Юнусбеку Евкурову. Добрый вечер, добро пожаловать.